муниципальном образовании Пулковский Меридиан увеличилось количество опекаемых детей. Отдел опеки и попечительства принял на себя заботы о новых, специально незащищенных жителях округа. Говоря об итогах целого года работы, в муниципальном образовании отметили, что увеличение количества опекаемых – это следствие активного социального строительства в Московском районе. Однако ситуация под контролем. У специалистов большой опыт в сфере опеки и попечительства. У нас в этом году были сданы дома на 5-м предпортовом, которые были распределены для социальных семей. У нас поэтому довольно прибавилась и работа, и подопечных. В настоящее время у нас около 100 опекаемых и подопечных. Прометеи, так называемые трудные подростки, учатся и работают. Для них проводятся праздники и психологические занятия, которые помогают детям адаптироваться. В 2016 году центр также будет предоставлять временный приют, устраивать детей на отделение дневного пребывания, оказывать консультативную помощь.